Игры в рамках плей-офф чемпионата Нижегородской области высшей лиги складывались непросто. Первый матч четвертьфинала выиграли саровчане. Ко второму сеченовцы подготовились и встретили наших спортсменов во всеоружии. Хоккейный клуб «Саров» уступил. Снимали вратаря 4-3 в основное время, 5-3, пятую в пустые. А сегодня как бы уже полноценный состав вышли. Молодцы, выиграли. Третий матч стал решающим. Обеим командам нужна была победа. На 6-й минуте игры счет открыли гости. Меньше чем через минуту саровчане забили ответный гол. На перерыв команды ушли со счетом 1-1. Во втором отрезке игры саровские хоккеисты забросили в ворота соперников 3 шайбы и одну пропустили. Плохо играем, когда начинаем вести в счете. То есть надо развивать это, укреплять свою... положение, а мы расслабляемся и даем сопернику шансы зацепиться. При разнице в счете в 2 очка сеченовцы не собирались сдаваться. Самым богатым на голы стал заключительный период. Обе команды забросили по 3 шайбы. Не обошелся матч без нарушений и травм. Некоторые столкновения игроков на льду привели к сильным ушибам. Последний гол в матче сеченовцы забили, когда до конца игры оставалось 1:40. При счете на табло 7-5 тренер Сеченова принимает решение снять вратаря, но на исход матча это уже не повлияло. У них приехал максимальный состав. Не было одного человека. Но, конечно, это плей-офф уже. Здесь, я говорю, здесь будут команды собирать всех, кто заявленный, кто может, кто хочет. В субботу, 7 марта, саровские хоккеисты проведут первый полуфинальный матч на выезде. Соперником наших спортсменов стала команда «Старт». Таншаевцы набрали в чемпионате лишь на 1 очко больше саровчан и занимают 3-ю строчку турнирной таблицы. В четвертьфинале «Старт» боролся за победу с командой «Спартак» Тумботина. Победитель в этой паре определился тоже после 3 игр. Елена Грицкова, Евгений Шевцов, Сергей Рябов, служба новостей «Саров-24».